Официальные рейтинговые соревнования Московской области по акробатическому рок-н-роллу прошли в Одинцовском кампусе МГИМО. В этом году они собрали порядка 600 участников, лучшие танцоры России и чемпионы мира в разных возрастных категориях. Саша и Полина танцуют в паре, занимаются по 5-6 раз в неделю. Говорят, что выбрали этот вид спорта, потому что он энергичный. Мы всего лишь танцуем вместе один год. Это очень мало. Некоторые пары танцуют по 3 года, по 4. Но они становятся лидерами, чемпионами. Наверное, первое место на Московской области. Это пока самые наивысшие результаты, которые у нас есть. В Одинцовском округе акробатический рок-н-ролл довольно популярен. Этим видом спорта занимаются порядка 100 человек, и с каждым годом количество желающих только растет. Команда Одинцовского округа была самой многочисленной и заметной на прошедших соревнованиях. Наши ребята, наши одинцовские, да, в прошлом году достойно представляли честь всей России на спартакиаде, да, и поэтому Московская область, да, у нас заняла в частности там второе место. Это очень почетно, приятно, и в трех парах, да, из возможных, да, наши одинцовские спортсмены приняли участие две пары, да, в двух дисциплинах. В шумном зале собрались участники в ярких и блестящих костюмах, чтобы побороться за право быть лучшими в области. Друзья, близкие и тренеры переживали вместе с ними. Чтобы показывать хороший результат, да, они должны соответствующие правильно танцевать, да, какие-то технические движения делать правильно. Вот, и порой не просто их об этом заставить. Вот, там где-то быть артистичными, где-то напрячься. Вот, где-то сконцентрироваться. Вот, и периодически надо их заставлять, как-то находить определенные приемы, чтобы как-то на них воздействовать. В этом как бы сложность. Также переживаешь за них, хочешь как бы им добра, чтобы все получалось, но не всегда так получается, расстраиваешься. Но нужно учиться правильно к этому относиться. Поздравляем чемпионов, финалистов, призеров и всех участников соревнований. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».